Понятно, прикладный Кирилл, короче, вспомнил домашнюю школу. Двойки работают, руками работают. Руки включай! Лоу, руки! Лоу включай, не забывай про лоу. Типа с навертухой маш. Давай, молодец! Апперкоты боковые! Типчик понял, в основном, короче, по вертухам выезжает. Да, давай ближний бой, апперкоты. Сдвигайся в сторону от его верту. Молодец. А, перехвата нельзя. Лоу включай ему. Апперкот, да. Давай, двоечки, троечки работают. Лоу включи ему, заряди раз дальше. На апперкоты работаешь. Молодец, давай руками двоечки работай. Фронт включи, пробей. Двоечки руками, давай. Лоу включай. Лоу включи, пробей. Мне вот интересно, как его сказал. Давай, работай. Молодец. Включи лоу, пробей на ближнем. Фронтом встреть его тоже. Давай про, ну, уже тут вышел. Еще больше. Давай, еще. Давай двоечки руками. Фронтом его, давай, фронтом. Двоечку сразу в голову, двоечку. Давай, работай. Лоу-кик давай, лоу-кик. Давай. Двоечку в голову ему давай. Лоу-кик включи. Давай левый лоу включи. Кирилл, левый лоу включи. Двоечку в голову, левый лоу. Ну я заметил уже. Что там, переход какой-то? Как-то так спал и не схватился. Да не, он выдохся просто. Не, ну тот, что Дима собрался. Так, я себе выдохся. Давай на ногах, на лоу-кике работай.